Эй, рогатый! Шеце, ты чё, глухой, шоль? Кто посмел меня потревожить? А это чёх? Матёрый рогач. А чё это сверху? Порву! Беги! Красный Стигман Огонек продолжает свое приключение по храму монстров. 30 уровней мы уже прошли, а значит начинаем с 31-го. Вперед! Всем приветище, друзья! Привет, Огонек! Ну, здорово, игруля, коли не шутишь. Эй, а костюм? Да ну его, некогда мне, надо же водицу спасать. А еще вот букву надо новую взять. Ну да, ну да. Так и скажи, что просто не понравился костюмчик, вот и не взял. Ладно, ладно, ты меня раскусил, игруля. Просто там и правда костюмчик был не очень. Получай, слизняк. А теперь переключай рычаг, дружище. И чё поменялось-то? А, во, проход вниз открылся. И здесь у нас еще одна буква. Чё там хоть за слово получается? Какой-то... стык. О, так это ж я! В смысле ты? Стык? Мэн! Ха-ха! Ха, точно! Оп! Ничего себе! Ты жизни взял! А чё, не надо было? Не-не-не, наоборот молодец. У нас всего две было, а теперь целых четыре. Ещё буква! И теперь у нас... стик. Ха, ну стопудово это стикмен. Ага, текс, надо бы летуна как-то так сбить, чтобы кристалл в кислоту не упал. Сможешь? Да легко, хэтса! Кроссовчик, теперь у нас три кристалла, а значит сейчас будем сундуки открывать. В прошлый раз открывали верхние три, и улов был не очень. Давай, значит, средние три откроем. Хорошо. Магнит, жизнь и еще магнит. Да уж, надо было нижние открывать. Этот костюмчик тоже брать не будешь? Не-не-не, этот возьму, это ж монах. Ух, я теперь крутой какой, монах с секирой, бойтесь меня, злодеи! Хорошо, что тут пружина была. Да даже если бы не было, ничего страшного. Я ж монах, а монахи супер крепкие. Они годами тренируются, ах! Но пила все же покрепче будет. Да ничего она не крепче. Это просто я только полминуты монарх. Вот как хотя бы минутку побуду, так пополомаю все пилы. Получается! Аккуратней, впереди качели. Вижу! О, ключ! И жизни! Жизней у меня и так полно! Уже! О, батутики! Иха! Крутяк! Обожаю батуты! Друзья, ставьте лайк, если тоже любите прыгать на батутах! О, а вот и финиш уровня! Отлично! А здесь у нас костюм какого-то супергероя. Его-то ты точно возьмешь. Ха, а вот не буду. Эй, чё это ты его пропустил? Как это чего? Тебе назло. Вот наглец. Не-не-не, просто патрулить тебя, это ж святое дело. Оу, сколько тут всего. И буква, и скелет, и батут. Ну так чё стоим тогда? Вот тебе. А теперь за монеточками. Как бы их только достать? Как-как? Магнитом. Ой, да ну их эти монетки тогда. У меня и без них дел полно. Ах, ах ты ж червяк. Вот тебе. Ох, а сверху еще два червяка. И чё? А ты уже покоцанный. Вот чё. Но ведь можно же просто пройти в режиме мистер аккуратность и всё. Ну, давай-давай. Вот сейчас... и ата! Минус один... оп! И ты получай, негодяй! Отлично!
Но наверху еще один. Вот же ж! Что за червячная тусовка такая? Все, кончились! Ага, собирай золото, букву и финишируй. Мы уже, кстати, собрали стигма. О, всего одна буква осталась! О, Чебурашка! Ну, точнее, Телепузик! Ага, но этот костюм ты точно брать не будешь, поэтому помчали. Чё это вдруг не буду? Ещё как буду! Оп! Ха, сработало! Чё сработало? Мой план сработал. Я так и знал, что ты сделаешь мне назло и возьмёшь костюм. Ля, ты читер! Ничего, я не читер, просто сделал хитрый ход. Ой, да ну тебя! Ишь ты, хитрец тут нашёлся! О-хо-хо! Сыри-груля! Это ж джедайский меч там справа! О, да, это он! Го скорее искать, как к нему пробраться! Считай, уже нашли. Нужно всего-то рычаг нажать. Ну и ключ заодно взять. Всего-то ему! Сам бы попробовал! Да ладно тебе! Вон как у тебя круто получилось! Ясное дело! Я ж профи! Да прибудет со мной сила! Ага, я теперь джедай! Телепузик джедай? Да уж! Нормалёк! Я почти как магистр Йода, только не зелёный, а красный! Ага, и не магистр, и не Йода! Ой, да ну тебя! А ты чего летунов не сбил? Да некогда мне! Спешу я! Водицу спасаем же ж! Забыл, шоль! То есть ты не допрыгнул и забыл, что двойной прыжок есть? Не-не-не, говорю же, некогда мне! 35-й уровень, друзья, и снова новый костюм. Ну, этот огонек точно брать не будет, у него рог сломанный. Оу, а ведь и правда, сломанный рог мне не нужен! Эй, ты куда? Как это куда? Уровень проходить! А костюм? Тык, рог же сломан! А взять его мне назло? А я именно так и сделал. Назло тебе не взял. Ты чё думал? Скажешь не брать, и я возьму? Ну... да. Ха! А я взял и раскусил твой план. Вот жеж. Бе-бе-бе. Чё-то этот летун не достаётся. Вэх! Во! И здесь у нас братишка в новом костюме из могучих рейнджеров. Погоняем в нем. Ну, не знаю. Да-да, оно и видно, как ты не знаешь. Вот это лишь бы повыделываться. Не повыделываться, а тебя потроллить. Хе-хе. Здесь аккуратно, не спеши. Да, это и ежу, понятно. Нашел, где подсказывать. Вижу букву «Н» впереди. Ну, наконец-то мы собрали слово «стикмен». А это значит, что в конце уровня нас ждет сундучок с сюрпризом. Ух, не терпится увидеть, что там! Слушай, а ты же у нас могучий рейнджер. Может, ты можешь время ускорить? Конечно могу, раз уж я могучий. Иха! О, правда, сейчас не лучший момент для ускорения времени. Да ну, не выдумывай! Да уж... А я сразу говорил, что сейчас не лучший момент для ускорения времени. Пилы же ж. Здесь нужно проходить аккуратно. Ох, и мастер же ты отмазываться. Прям как красный шарик. Не-не-не, я круче. А вот и он, сундучок. Ну, открывай, не томи, игруля. И внутри у нас... золото. Вот так. Сюрприз! Та-да! О, магнитик! Не понял. Чё ты не понял-то? Это ж бонусный уровень. Вот я и взял магнит, чтобы всё золотишко собрать. Да, магнит это ладно. А куда костюм могучего рейнджера делся? Так я ж, проиграл типа. Ну да, точно. Да уж, игруля, ну у тебя и память. Хорошо, что это приключение, бродилка, а не квест. Иначе с твоей-то памятью мы бы до сих пор первый уровень проходили. Жизни и магнит. И ни то, ни другое мне не нужно. Го, уровень проходить.
Сначала золотишко. А теперь продолжим. Какой-то странный этот мост впереди. Может, падать сейчас будет? Да не, все чики-пуки, ложная тревога. А может, этот упадет? Не, с этим тоже все нормалек. Так, летуна мне некогда сбивать, а вот этого нужно сбить. Эй, а ну отдай кристальчик! Супер, и у нас их снова три, а значит снова будем открывать сундуки. В этот раз стопудово попадется что-нибудь клевое. Скоро узнаем. А-а-а, ты это видел, игруля? Черепки меня так испугались, что самоуничтожились. Точнее это я своей джедайской силой их победил. Ха, ну конечно. Слушай, ты этот уровень прям так бодро проходишь. Чётенько так, молодцом. Ну так, просто очень хочется скорее сундучки пооткрывать. Верхние и средние открывали. Давай нижние теперь. Жизни. Магнит. И магнит. Ну, такое. Да, чё-то не везет нам на сундуки. Да-да, как и на костюмы. Что, не будешь брать костюм футболиста? Да, возьму, для разнообразия, чё уж там. Так, а вот эти мостики 100% падают. Да это я и сам знаю. Упс. Эх ты, огонек-огонек, знаешь, что мосты падают и продул на них. Да тут просто надо проходить кабанчиком, а я чё-то затупил. Получай, червяк! А за ним новый меч. Матерый какой-то. Ну да, необычный такой. Какой-то непонятный, из чего сделанный. Но зато яркий и желтый. Агась, клевый. Но мне джедайский нравится больше. Поэтому на следующем уровне его верну. Ну, как хошь. Упс, стопэ. А вот теперь го! Молодцом! Ну тык! Кнопка открыла проход, и мы можем проходить дальше. В смысле, выше. Ну, то есть к финишу. Оу! А это еще кто? Не знаю. Здоровяк какой-то. Эй, рогатый! Шеце! Ты че, глухой, шоль? Кто посмел меня потревожить? А это чёх! Матёрый рогач! А чё это сверху? Порву! Беги! Эй, ты! Вот тебе! Получай! Ох! Ох, и мощные же у него удары! О, атакуй! Вот тебе, вот тебе! Ну, на это я больше не попадусь! А ну, иди сюда! Ага, да сейчас же. А ну вернись, трус. Молодец, огонек, выматывай его. Этим и занимаюсь. Получай, босяра. Упс. Эх, почти победили. Ничего, ничего, ща добью. Эй, босяра, покеда. Отлично. Хотя, можно было бы и без потери второй жизни. Ля, я тут босса победил, а он еще и недоволен. Ну, игруля, ну, борзота. Вот мы и прошли еще 10 уровней храма монстров, друзья. На этом и закончим на сегодня. Продолжим в следующей серии. Всем пока-пока. Покусики, ребятки. Увидимся на канале у борзоты. Ну, в смысле, у игрули. Хе-хе.